Я была Дрекой из клана Северного Волка. Воительницей, что отдала все. Защищая самое дорогое. Но это был не последний мой бой. Малдраксус. Когда-то войска пяти его домов стояли плечом к плечу, защищая миры смерти. Здесь я попала на службу в Дом Глаз. Странный удел для души воина. Еще. Мне были чужды их порядки. Быстрее. Но со временем я привыкла к загробной жизни, к новой жизни. Дом чумы разрушен. Пятая часть Малдраксуса полностью уничтожена. Неужели они были настолько беспечны? Беспечны ли? Что бы ни случилось, Малдраксус не должен изменить своему предназначению. Если мы не будем исполнять свой долг, темные земли падут. Насколько я знаю, Дом Избранных пока на нашей стороне. Ты должна доставить это Марграфу Крепсусу. Ступай, Драка. Будь бдительна. Братья мои, у меня срочное послание. Господин! Скорее! Кто-то мог уцелеть! Те самые предатели. Я не позволила бы этим Ургара встать на пути последнего слова господина. Такие испытания ломают мечи или закаляют их. Дарую тебе ключ к спасению Малдраксуса. Увы, Марграф. Он не дал мне ключа. Непреклонный воин с навыками искусного шпиона? Такой ключ откроет многие двери. Идем, скоро враг ударит в открытую. Мы должны быть готовы. Я Дрека, некогда из клана Северного Волка. Теперь баронесса Дома Избранных. И прежде всего, защитница Малдраксуса!